Находка, Фокино, Большой Камень и Артем. Вслед за Владивостоком еще 4 муниципальных образования края присоединились к программе «Приморская рыба». Дешевую горбушу, камбалу, навагу, сельдь, минтай, кальмар, а также рыбные консервы поставляют напрямую от производителей в 19 магазинов края. Напомним, социальный проект «Приморская рыба» стартовал по инициативе главы региона Олега Кожемяка 2 ноября. Мы запускаем большой проект «Приморская рыба». Безусловно, это даст возможность видеть в тех магазинах, кто вошел в соглашение, приморскую рыбу по доступной цене. Это те рыбы массового потребления, которые сегодня нужны, особенно населению с низким уровнем дохода. На первом этапе магазины, включенные в проект, отпускают имеющуюся рыбу, максимально снизив торговые надбавки. В рамках соглашения торговых и добывающих предприятий, инициатором которого выступил Олег Кожемяка, надбавки на продукцию не превышают 15%. Далее на втором этапе рыба напрямую поступает на прилавки от рыбодобытчиков. Так, в рамках соглашения была определена предельная стоимость рыбы и рыбопродукции. Горбуша – 110 рублей за килограмм, навага – 45 рублей за килограмм, сельдь – 49 рублей, камбала – 95 рублей, минтай – 75 рублей, кальмар – 130 рублей, скумбрия – 59 рублей 59 копеек за банку, сардины – 54 рубля 75 копеек за банку. В 2 десятках магазинов края, включенных в проект, продукцию можно узнать по брендированным стикерам и ценникам в едином стиле. Такие же можно встретить во Владивостоке в сетях Fresh25, Remy, Самбери, Парус, Рыбный островок. В муниципальных образованиях, где отсутствуют магазины торговых сетей, привлекаются торговые организации мелкого и среднего предпринимательства, используя в качестве оптового распределительного центра Госпродагентство в Приморском крае. С первых дней реализации проекта зафиксирован рост объема продаж продукции в среднем в 1,5-2 раза. А сельди и кальмара стали продавать больше на 300-700%. Также горбуша по социальной цене 110 рублей. Также очень хорошо пользуется спросом. Селедочка 49 рублей. Селедка, пожалуйста. Люди омега-3 получают, пользуются спросом. Очень спасибо большое, что сделали такую социальную программу для нас. По словам Олега Кожемяка, работа по снижению цен на рыбу в Приморском крае будет продолжена. Перечень может быть расширен сезонными видами рыб. В декабре проект «Приморская рыба» будет реализован во всех без исключения муниципальных образованиях края. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.